первым снегом нас. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. Cause I'm here with you. And all I need is you. Соседи выставили елочку. Когда проходишь мимо, такой запах. Прелесть. Не знают, у нас не срубают целое дерево, берут ветки и крепят их на палку. А так никаких елок не напасешься, если все будут покупать целое дерево. Привет, привет. Ну что, я теперь как это сказать, снеговичок, да. А, правда, что там было? Похож, да, Натан? Блин, я в выпуск попал, да? Да, мы вас в выпуск. Хорошо, здравствуйте. Как дела? Всем подписчикам здрасте. Вы наш подписчик, да? Да. Как вас зовут? Самвел. Самвел? Да, я в Инстаграме даже писал. Ой, спасибо большое, пожалуйста. Вам. Спасибо огромное. Пускай как вам канал... погодка? Шикарно. Нравится? Да. Бакуряне у нас. Ну да. Давненько не было. Супер. Пускай канал растет и процветает. Благодарю от всей души. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня вам. Антон. До свидания. Я возьму машину чистую. Пока. Не заводится? Да солярку надо подключать. Сколько градусов? Плюсовая голова. Плюс один, плюс два. Здравствуйте все. Почему теплые штанишки не одел? Так теплые они. Это теплые? Да. А что ты кричишь? Так 10 раз сказал. А ну перед всеми женщинами оправдайся, почему кричишь? Потому что не слышишь. Я в шапочке, поэтому мне непривычно. Поехали кататься, смотри, какой снег. Поехали кататься, надоело уже дома сидеть. Хороший бит. Воздух где-то подсасывает. Не можешь завести? Заведу. Давай, как ты это ножкой делаешь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну давай, родимая, давай, моя дорогая, давай. Я вселяю в тебя свои полусилы в тебя вселяю. Давай, давай, родная, давай, не подведи. Как дела? Ну, было бы чудо, если бы она завелась в этот момент. И все бы сказали, боже, дали ты в нее вцелила силы. Вот это в тебе энергии столько. А во мне энергии вообще нет. Какая прелесть. Получилось? Разумеется. А? Разумеется. Это я силу в нее вселила? Нет. Нет? У нее спасибо своя... большое, спасибо. Значит, ты в меня не веришь, да? Снег заходит, мокрая будет. Ты в меня не веришь, да? Не, я в тебя-то верю, я и в свою машину верю тоже. Нет, чтобы сказать, я, конечно же, верю в тебя. Я, конечно же, верю в тебя, но я и, конечно же, верю в свою машину. Спасибо. Надо стекло разбили. Как разбили? Новое. Только новое стекло поменяли, ребята, как разбили? Вы видите, у нас здесь нет трещины. Мы только поменяли. И что это? Кто разбил? Да, кого побить? Да она впереди ехала и камень. Короче, с глаз полнейший у меня. Что-то должно новое поломать. Вот сейчас плохо то, что мороз, оно может дальше трещина и вот пойти. Вот этого я боюсь. Да. Надо техосмотр пойти. В какую сторону поедем? Я не знаю. В сторону Кеды или в сторону Дагда? А
он меня выбил, сколько я любил. По тебе люди соскучились. А кто тебе сказал? Спрашивали, как ты. Спасибо, что был. Что там, картошку что ли съел? Да, жую горячую картошку. Не слышно тебя. Жую горячую картошку, я тебе сказал. А моря совсем не видно. Все как черепахи едут. Блатной на танке, да? Танкист на танке. Чем здесь блатной? Всех разгоняешь, давай подвинулись. Я тут сейчас проеду, давай. Ой, это кто, беременна от тебя была, да? Да, от меня. Аги воды сердце. Дайте денег, а, дай денег, я беременная. А я при чем беременная? Мы сидели в кафе. Ну да, и она подошла. Она подошла, а тут столы рядом друг с другом были вот все. Да. Ну, она к одним подошла. Они что-то там не дали, по-моему, ей денег. А потом подошла к тебе и говорит, дай мне денег, я беременна. Я причем. Такой, а я при чем? И столы все вообще рухнули, те, которые сидели рядом. Сколько мы смеялись. Не, ну я дал ей денег, ну. А я при чем просто спросил. Ребята. Пришлось в объезд ехать по старой дороге. Сначала поехали по новой до Капулеся, а потом решили развернуться, потому что там затор какой-то был. Не справляются наши люди в такую погоду. Наши водилы. Я в такую погоду на Волге ездил в свое время. Ничего. Так ты деловой, тебя в Питере научили? Кто тебя научил? Да. Питерцы? Да. Да. Они на замерзшую Ладогу выгнали меня. Посадили за руль. Ну давай, грузин, ты на асфальте гонцы, посмотрим на льду, как ездить. Научили? Ну потом научили. Сначала смешно им было. Не пускают, да? И там закрыты, ну что, вообще выезд из города перекрыли? Ахтема, верги, сопевши, верчава, лаки, да? О! А, и кам, эйч! А брунди, да, да, брунди, любви. Ни по новой не смогли проехать, ни по старой до Кабулете. Вот, а вы спрашиваете, снег бывает в Батуми? Вот когда он бывает, ребята, тогда начинается ЧП. А я говорила, поехали в сторону Кеды. Там бы проехали, я думаю. Наша поездка накрылась. Застрял. Итак, как они муксины? Сейчас будут вытягивать. Ну, хоть одно доброе дело сделаем, и то хорошо.
как мокрая курица. Пока поснимала, пока поснимала, вся мокрая. Единственное, за что переживаю, это за камеру, чтобы она не испортилась, потому что она тоже вся мокрая, как и я. Вы бы видели наш микрофон. Это дохлая кошка, уже вся мокрая дохлая кошка стала. Ну, ты молодец, вытащил. Доброе дело сделал. В копилочку тебе, в копилочку. Тебе воздастся за твои добрые дела. Мацу, ты что, себе машину купил или что? Если до утра так будет идти. Тем более, что дочка поменять. Да. Будет круто. Будет очень красиво. Не знаю, я бы хотела. Пару дней пускай снег будет. Люди с голодом. А что, от этого что-то меняется? И так все закрыто. Идти надо в магазин, сложно, с деревьев не смогут спустить. Застоял вот там. Пока дороги не почистили. Хватит, я против. Так что нет, ты против? Второй день только идет. Мне все равно, в принципе, я на машине-то смогу ездить, но все равно. Хочешь деньги сделать? Что, таскать все? Да. Вот тебе бизнес на пару дней. Умненькая я, да? Стать на перевале и кому помочь. Да, да. Для этого есть служба специальная. 50 лари дают, вытянул. 50 лари дали, вытянул. За день 1002 сделаешь. Может, больше. Хочешь? Дай мне, я сделаю. Иди давай. Ты сделаешь. Не умеешь ты бизнес делать, да, я сделаю. Сделать. Потом с профилактики не вылезешь. Я не помню, какой год был. Бедный Гоча от Сивазы тогда на джипе приехал. А я с Джаником, я где-то 5 ребят на свадьбе были в Тбилиси. С Тбилиси выезжаем, вроде бы там нормальная погода, холодно. Ну, минусовая, и знаешь, вот. Снега нету, снег не лежит, сухой асфальт, все, но вот порошит так, знаешь, вот как мука вот, возносит. И мы уехали из Тбилиси, не посмотрели ни телевизор, ни радио, всю ночь там проквасили на свадьбе. Едем, хожу, боковой ветер. Еду, смотрю, одна машина справа валяется на обочине, туда, вторая, третья. А ты не остановился? А я иду. Меня уносит ветром в бок, я опять на центр дороги. Бок на центр. Я даже это пришел. Дворником и стекло почистить. И они два раза туда-сюда и прилипли к стеклу. Примерз. Так до этого доехали, до Сура. Сурам и снег. Но в итоге мы и перевал переехали. И вот начиная с перевала до Батуми ехали. Это именно. А тогда же не было города. Именно в снегу. Здесь на перевале тоже застряли, не пускали. Тогда знакомый инспектор Волгер говорит, пусти меня. Куда ты на Волге, как там эти, как танк чистит, как дорогу, и все застряли. Я говорю, пусти, я говорю. И вот так вот мы приехали в Батуми. Я во двор, знаешь, как заехал, вот Волга. Снег лежал во дворе, его никто не почистил. И вот так вот Волга. Смотрю, отец выходит. И ты с Тбилиси как приехал, меня спрашивает. Я говорю, да. Ну я знал, что ты дикий негатор, не на таком уровне. Вечером собираемся, в ресторане сидим, и Гоча рассказывает, как он на... А он Jeep Explorer тогда, в Батуми это вообще редкость. Не редкость, а ни у кого. Новенький вообще он пригнал, он в арабских эмиратах с магазина. Я вот так ездил на перевале, я вот, а он не знает, что мы из Тбилиси. На Волге. Я говорю, слушай, что ты заколебался со своим джипом? Я говорю, я на Волге переехал. Я про дураков не говорю, ты продолжи. В машине главная прослойка между рулем и сиденьем. Понимаешь? Ты хочешь сказать, что я плохо вожу? Нет, я об этом хочу сказать, недавно я видел. Но езду по этому. По препятствию.
погнала машину так, что я еле уехал оттуда. Не, водить умеешь. Просто что? Практику нужно. Тебе вот на этом джипе. Слушай, я тебя и на этом джипе тоже обгоню задним ходом. Я понимаю, но обогнать это еще не значит, что уметь ездить. Так ты же даже шансов мне не дал на ней поездить. Так сцепление уже горело, запах стоит. На этом. Да ты сам оттуда еле выехал. После тебя, да. А-а-а. После меня. Но я ж выехал. Или я тебе шанс не дал выехать? Ты мне даже не дал шанс выехать. А, переведемся, переехать, кто там кричал? Конечно, уже это, как это, мордой в луже лежала на боку. Ну не перевернулись. Еще я ездить не умею. Я не говорю, что ты не умеешь ездить. Ты на ней, на механике не умеешь. Выключай, что меня расстроил. Ты меня расстроил. Почему? Правда? Нормально. Разозлил? Умеешь ты ездить, нехорошо ты ездишь. Моя школа. Фу. На улице дристопад. Дристопад, снимите мне на косы. Я надеюсь, что камера не испортится, ребята. Потому что она была полностью мокрая, а эта камера не должна попадать в такие условия. Если она испортится, кино не будет, ребята. Всем огромное спасибо, написали теплые слова, очень приятно понимать, что тебя ждут. Ну, наверное, не напрасно все делается, раз люди просят и спрашивают, где ты, когда будут ролики, соскучились, хотим видеть. Спасибо огромное всем, кто написал. Мне нужна была перезагрузка, ребята, правда. И эмоционально, наверное, выгорела. Плюс еще проблемы. Плюс еще погоды нет. Плюс еще то, все, что творится вокруг. Это бесконечный геонисмейс. Я понимаю, что я сижу одна в комнате, разговариваю сама с собой. Это выглядит смешно, да? Плюс еще все вот эти вот проблемы, которые есть. Я туда говорю, не надо. Не смейся надо мной. Нет, вы посмотрите на него. Мне нужно было немножко время прийти в себя, подумать, поразмышлять. Тем более, когда нет на улице погоды, никуда не выйдешь. Сейчас даже пойти кому-то в гости. Немножко ситуация в материальном плане тяжелая, и когда ты идешь в гости, ты должен, ну, у меня так, по крайней мере, я не знаю, есть люди, которые могут как-то иначе, а я люблю, когда я иду кому-то в гости, что-то принести. Как-то все вот так вот. И поэтому все так произошло. Эдуард Суровый. Все вокруг стало грустным. Люди грустные, ситуация грустная, у всех одни проблемы. Вчера он с Мацу разговаривали, говорит, ну такая жесть происходит. Вообще, говорит, даже чтобы квартиру оплатить, не могу, говорит, заработать. Нету клиентов, люди не ходят. Этот год нас ждет похлеще, чем был прошлый. Что будет дальше, не знаю. Знаю одно, что просто нужно сейчас рвать одно место и пытаться как-то заработать, прокормить семью. И очень многим это нужно делать, очень многим. Единственное, что меня спасает по вечерам, это общение с Мацу и Вартаном. Вартан нам поет песни, мы хохочем. Вас скоро ждет новая песня от Вартана. Поздравляю всех. Готовьтесь. Он планирует какой-то клип записать. Ребят, крепитесь, я вас очень прошу. Берегите себя. Старайтесь не впадать в депрессию, старайтесь общаться с позитивными людьми и настраивать себя на лучшее.
все будет хорошо.